Да, так вот. А как климат влияет, в смысле, чем холоднее? Возвращаясь. Нет. Не, вопрос не холоднее, теплее, вопрос перемен. Вот очень, ну, скажем, определенная категория людей. Я думаю, что это вам, опять же, нет никаких открытий о мире, что люди, резко меняющие климат, либо выздоравливают, либо заболевают. То есть какие-то проблемы возникают вдруг, какие-то проблемы вдруг уходят, то ситуация меняется. И вот на основании, например, да, кроме того, изменение климата, влияние погодных условий. Вот никогда не задумывались, почему люди говорят, что вот ощущают более дискомфорт на изменение погоды. Изменение погоды? В любом климате. Так я не говорю о том. Ну, так это климат любой, но вот это вот атмосферные факторы. Он, почему, я не говорю о давлении, о игре сосудов, я говорю о боли. То есть в данном случае мы говорим о физиологическом напряжении. То есть вот эта ситуация обостряется при изменении климата. Почему? Не климата, а атмосферных явлений. Почему? Потому что непосредственно вот влияет на организм. И в чем там проблема? Проблема... сейчас объясню. Проблема в том, что организм адаптируется к изменениям атмосферных явлений. А при астропатическом или климатологическом напряжении эта адаптация ухудшается. Способность организма к адаптации, приспособлению ухудшается. Поэтому он не является таким мобильным, таким лабильным. Да, что вот изменилось, а организм не успевает пристроиться. И возникает реакция. Сейчас, извините, я жду звонка. Алло. Да-да. Да-да, ну как ты? Как у вас прошел тест? Хорошо. Да-да, он у меня есть. Всегда, да, скажи мне, как... Даже не ломаться. Они это самое, там не выскочили, ничего, все восприняли. А мы ее жарим, все эти. Ну все, хорошо. Ну давай, удачи тебе. Не сытно. Ну все, пока. Я вечером позвоню. Не сытно, но меня отдавят. Гости от меня. Отъехали. Может, получше. А, у вас были гости? Да. Значит, проблема не в том, что они отъехали, а в том, как их выпустили. Могли не выпустить. А, да? Ну да. У меня есть ко мне. Нет, ну с ним, ну не захотели вот расставаться. Поэтому обычно я стараюсь быть дома, когда они уезжают. Но поскольку так получилось, не справились, да. Вот, теперь, ну давайте мы, так сказать, да, часик активно поработали, хотя бы минут 5 передохнем, тема как бы закруглилась. Ты что-то говорила, я тебя перебил? Нет, мы просто спрашивали, как у нас в спецах прошел выпуск. А, понятно. Ну где-то минут 5 передохните, попейте, расслабьтесь, сходите в туалет. Честно говоря, немножко где-то там волновался, без дима душить.
опять же, вот фактор, который вызывает напряжение. Вот теперь все болит, зато сейчас стало легче. Да. Так, если туалет, он там. Здесь, да? А там тоже? А, я не знаю. А какой, если вот здесь? Да, еще.